Приветствую вас. Глобально, вот это значит то, что вашему другу по приписке что-то от вас надо, что-то от вас нужно. То есть, грубо говоря, вы на своего друга оказываете какое-то влияние. Друг хочет, чтобы вы знали о его чувствах, друг хочет, чтобы вы знали о том, что он переживает, о том, что он что-то чувствует и так далее. Друг хочет стать вам ближе. Он стремится к сближению с вами. Да, это значит, что у него к вам есть чувства, ну, по крайней мере, он их проявляет. А вот то, что вы в отношениях и задаете свой вопрос психологам по данному моменту, скорее всего, свидетельствует о том, что в этих самых отношениях у вас есть трудности, есть проблемы, которые вы не можете по той или иной причине решать. И вот в первую очередь вам необходимо обратить свое внимание как раз таки на свои отношения и посмотреть, а все ли в этих отношениях вас устраивает, все ли вам там нравится, счастливы ли вы в этих отношениях. И вот опираясь на это, вы уже могли бы сделать для себя какой-то вывод относительно того, что вам делать дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.